Я уверен, что, как по известной поговорке, деньги очень плохой хозяин, но очень хороший, мощнейший и сильный слуга. Поэтому во взаимоотношениях с деньгами и, значит, с финансированием, мне главное все время кажется, чтобы не финансирование было твоим хозяином, а у нас вот послушайте лексику наших разговоров в системе образования. Мы все время о финансировании рассказываем как о каком-то господине, который управляет нами. А мне хочется всегда, чтобы мы говорили о финансировании как о нашем слуге, которым управляем мы.